Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Redmi Note 9, и сейчас вам покажу, как настроить запись экрана на данном устройстве. Первым делом мы разворачиваем меню уведомлений, отсюда переходим в меню быстрых настроек и переходим на второй экран. Здесь выбираем запись экрана и нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу экрана. Настраивайте разрешение, качество видео и ориентацию видео, если вы хотите. Разрешение и качество влияют также на размер, так что чем меньше разрешение и качество видео вы выберете, тем оптимизирование будет ваше видео в плане размера, но тем не менее будет выглядеть, конечно же, хуже по качеству. Можете выбрать частоту кадров на 15 FPS, 24 или же 30. Точно так же можете выбрать источник звуков, то есть только системные звуки, или также микрофон, или вообще без звука. Вы можете также настроить то, что будет видно на экране, то есть касание и жесты, нажатие кнопок, возврат на главную страницу. Допустим, я включу касание и жесты. И на этом, по сути, все. Давайте попробуем сделать запись видео. Для этого разворачиваем строку уведомлений. Переходим на второй экран и просто нажимаем на эту опцию. У нас в правом нижнем углу появляется такая вот иконка, что говорит о том, что начинается запись экрана. Давайте нажмем стоп. И попробуем посмотреть нашу запись. Вот, как вы видите, даже мои нажатия видно сейчас на экране. Ну и на этом, собственно, все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.